Привет, зритель! Что сегодня сулят звезды? Овен. Неустойчивая ситуация в сфере финансов и планов, карьеры и личной жизни. Возможны качественные изменения в сфере перспектив и бизнеса, связях с партнерами и влиятельными людьми. Телец. Нестабильная ситуация с наличными и безналичными средствами. Проявляйте силу воли и контроль над желаниями. Это не лучшее время, чтобы брать взаймы. Внимание финансовым документам. Близнецы. Неудачный день для социальных начинаний и контактов с партнерами. Вероятные обманы. Внимание документам и договорам. Вторая половина удачна для покупок в дом и оплат по счетам. Рак. Неудачный день для разработки стиля и имиджа, отдыха в людных местах и неосознанных расходов. Нестабильность в сфере финансов и карьеры, бизнеса и здоровья. Лев. Конфликтный день у львов. Трудности в карьере, отношениях с партнерами, членами семьи и властью. Тем не менее, порадуют доходы и возможность донести свои мысли друзьям. Дева. Необходимо проявлять бдительность в коммерческих делах, объективность в желаниях, заботу о здоровье. Хорошее время для выполнения работы, требующей внимания к мелочам. Весы. Сегодня неудачный день для обращения в государственные и медицинские учреждения, контактов с начальством и друзьями. Удача в сфере бизнеса и доходов, самопознания и наработки навыков. Скорпион. Скорпионам сегодня требуется сохранять эмоциональную стабильность и мотивировать свои поступки. Вечером неустойчивая ситуация в контактах с властными структурами, родственниками и друзьями. Стрелец. Первая половина дня дает возможность продемонстрировать личное достоинство и профессионализм. Вторая чревата неудачами в финансах, в партнерских отношениях, в бизнесе и здоровье. Козерог. Сегодня у козерогов конфликтный день в сфере творчества и любви, личной и социальной жизни. Неразумное использование денег ведет к убыткам. Хороший день для обсуждения перспектив в кругу семьи. Водолей. Первая половина дня удачна для принятия важных решений. Возможны позитивные изменения в работе и доходах. Вечером вероятны финансовые потери и конфликтные ситуации. Рыбы. Хороший день для отдыха и решения бытовых вопросов. Удача в сфере партнерских отношений в семье, контактах и поездках, карьере, вопросах образования, рекламы и туризма. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.